В зале представители отелей, ресторанов, туристических и экскурсионных фирм Сочи. Для санаторно-курортного комплекса города провели презентацию Общенационального союза индустрии гостеприимства. Его цель – объединить все направления в этой сфере, в том числе для участия в законодательных инициативах. Союз был создан всего полгода назад, и сегодня в него уже входят 17 ассоциаций партнеров. Это более 1000 человек. Любое межотраслевое объединение, которое нацелено на определенные цели, задачи, результат, дает мультипликативный эффект. Я вам объясню на примере одного из, например, объектов показа или одного отеля. Когда вы создаете что-то, куда едут туристы, вокруг него вырастает бизнес. С бизнесом вырастает занятость населения. С занятостью населения и бизнесом вырастают налоги, увеличивается доходная часть бюджета и создаются точки роста вокруг этого всего. И таким образом мы из одной точки показа или объекта, или какого-то интересного места создаем возможности для всех остальных. И таким образом мы развиваем один регион, развиваем поселок, развиваем город. Задач у Союза много – повысить доходность индустрии гостеприимства, помочь компаниям найти партнеров в других регионах, подобрать экспертов для обучения и консультаций и многое другое. Ну а глобально – это повышение туристической и инвестиционной привлекательности регионов. Теперь к решению общих для индустрии гостеприимства проблем присоединится и Сочи. Здесь открывается региональное отделение Общенационального союза. Сочи – это, ну, в общем, такая площадка, где все живут. То есть индустрия гостеприимства – это основной пласт всего, во что город вовлечен полностью, включая там, да, продавцов магазинов. Как бы. Поэтому здесь, чем больше у нас людей в это вовлечено, тем лучше. Вот, вот и все. Поэтому тут и инициативы, которые формируются, они много зависят от людей. За время работы Союза его эксперты уже провели 18 мероприятий и создали 2 комитета по развитию цифрового туризма, а также юридическое бюро поддержки турбизнеса и самих туристов. К Союзу могут примкнуть любые заинтересованные в развитии индустрии гостеприимства организации Сочи. Желающих уже немало. Каждый имеет какие-то новые перспективы развития, какие-то новые идеи. И мы, когда собираемся все вместе, мы обсуждаем эти идеи, делимся ими. Делимся тоже клиентской базой какой-то. Кому-то одно интересно, кому-то другое. Поэтому я считаю, что это очень хорошее направление. Хотелось бы, чтобы побольше о нас узнали. Я думаю, что эта ассоциация, она даст нам больше возможностей, больше перспектив. Кроме того, Союз проводит федеральный конкурс «Мастера гостеприимства». Его цель – выбрать лучших в этой сфере и повысить их квалификацию. Заявки на участие еще принимаются. Победители получат в наставники именитых рестораторов, ательеров и управленцев в сфере гостеприимства. В финале участники также смогут выиграть бизнес-курс английского языка, обучение в известной школе туризма или в Сколково. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».